Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент, и это Эверлорд, темная легенда. Мы продолжаем, нажимаем Continuum и продолжаем нашу довольно-таки-то темненькую историю. Посмотрим, что у нас будет. Ага. Так, и мы как-то уже появились здесь. Довольно-таки-то интересно, что это такое. Погодите, назад. Назад. Ага. То есть это мы сейчас оказались в этом, как его, в плодильне, где у нас находятся как бы все ульи, какие тут только есть. Но у нас есть только бурые, красные и не более. Тут у нас все закрыто огнем, хотя нет, ребят, погодите. Может быть, не все так плохо. Во, призываем, призываем. И давайте-ка, ребята, тушите все это дело. Во. О, отлично, сохранение у нас прошло. Давайте-ка мы отправим несколько ребят, оставим двоих, а возьмем еще троих бурых. Нам все-таки ведь нужна, как-никак, сила разнообразная, иначе так дело не пойдет. Что у нас есть? Так. Я переназначил управление, сейчас вроде все должно у нас быть как бы более-менее... Ага, более-менее нормально. Конечно, блин, все равно как-то все через задницу малось. Но лучше уж так, чем вообще никак. Так, мы атакуем. Так, мы заходим в меню. Что у нас еще есть? Ага, все. Ну, в общем, я теперь разобрался, что нам делать, поэтому давайте двигаться дальше. Возьмем бурых и будем смотреть, что мы сможем здесь сделать. Эти чертовы полурослики охраняют колесо, открывающее двери. Используйте метку охраны, чтобы ваши красные встали в сторонки и прогнали их. Ага, понятно. Создайте маркер, нажимая на минусы, наведитесь, удерживая это, короче, удерживая Б, ведите их. Ага, понятно, мне только осталось теперь вспомнить, что... А, вот маркер у нас. Все, понятно, и теперь я как бы... Полурослики известны невероятной воспламеняемостью, что хорошо для огненных шаров красных прихвостней. То есть мы сейчас вот так вот поставим. Кстати, вот с мышкой маркерами управляться вообще гораздо проще. Погодите. Красные, красные, я говорю вам. Бляха-то-муха, приказываю красным. Стреляйте в этих тварей. Во. А вас... Ага. Так, погодь. Ай, надо немножечко приноровиться, как тут все это делать. Во. Все, короче, пусть они тут стоят и жарят. А я этих позову. Блин, как переключиться? Вот. Ну. Ага, все, нет, что ли? Погодите, как же вас вернуть-то? Ребят. А, может быть, как-то... А, вот как. Блин, ну я так всех вернул. Так, ладно, потом мы это разберемся. Давайте-ка поставим маркер. И пусть красные там жгут этих тварей, которые достают нас. Во, блин, да сюда вы ведите уже в конце концов. Во. Да какого черта у меня карты это? Назад, назад, все. Буры, давайте-ка. Активируйте колесо. Ага. О, сундук. Ничего себе. Так. Так-то лучше. Золото лишним не бывает. Все. Громгард наш. Давай, 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 назад, назад. Полурослики, ё-моё. Ну-ка, давайте-ка теперь мы все выберем. И давайте ломайте, ребята, ломайте это все. Подбирайте, вооружайтесь. Нам нужны крепкие бойцы. О, а это что такое? Так, погодите, сначала мы здесь все это разнесем, как полагается. Вот так вот. Что такое?
А, вы нашли кровавую реликвию. Пусть прихвостни доставит ее к воротам, и вы получите награду увеличением здоровья и в идеале уменьшение смерти. Отлично, вот это вот как раз то, что нам нужно. В принципе, я думаю, что мы за ними-то бежим, а они сами, наверное, принесут все это дело, да? А может быть и нет. Так. Нормалек, кстати, смотрите, жуки появляются у нас. Ну-с, давайте двигаться дальше. Давайте двигаться дальше, посмотрим... Что мы еще сможем найти здесь, в этом подземелье? Может быть, что-нибудь полезное? О, валите этого жука! Нифига себе в него полетело! Отлично, этих тоже валим. Всех их валим, никого не оставим. Жизненные силы лишними не бывает. А вот здесь, скорее всего, мы вряд ли что-либо сможем сделать. Но вот здесь смогут хотя бы сделать что-то красное. Но... Во, неплохо. Всех выбрали. И каков теперь наш порядок действий? О, все. Да. Понятно. В общем, хватаем красных и сюда их. А бурые пусть активируют все это дело. Ага. Назад. Я понял. А, да блин, нет, господи, как я с этим управлением-то с ума схожу, погодите. Выбираем красного одного. Ага, и одного сюда, а одного сюда. И пусть этот сюда станет поближе, а этот сюда. А остальные пусть здесь крутят все это дело. Во, нормально, я думаю, по одному как раз и хватит. А чё, еще один не нужен, что ли? Кстати, смотрите, там у них это есть, сундук. Надо подобрать. Вот это другое дело. Выбираем всех и будем двигаться дальше. О, вали его нахер! Есть! Ребят, принесите мне это, пожалуйста. Другое дело. Ну, давайте будем избавляться от огня. Надо выбираться отсюда. Вы гляньте, у нас уже 2742 золота. Нормально так. Вступить в конфронтацию с Джинксом. Да. Интересненько-то довольно. Все у нас получается. Выбрать всех миньонов, чтобы нажмите вниз. Вы спасли замок от огня. Спасибо вам, молодой лорд. Спасибо. Но есть кое-какая проблема. Верни улей, или встреть свою гибель! Хм, это Джинкс. Он, похоже, немного сошел с ума. Он, должно быть, стоял за всей проблемой с полуросликами, предательский маленький жонглер. Ага, значит, где-то здесь он у нас находится. Ну, давайте выйдем. По всей видимости, у него крыша поехала. Тут какая-то заставка была, но она как-то проскочила. Я не знаю даже каким образом. Может, косяк какой-то. И поэтому тут как будто что-то пропало. Ну, не так далеко и много, я думаю. Опа-на. Ёлки-палки. Слушайте, там что-то недоброе на заднем плане. Мне это не нравится. Колокольчики прозвенели. Теперь время полуросликов. Склонись передо мной, или будешь сокрушен моей штуковиной обреченности. Хм, если носить колокольчики весь день, то будешь немного дерганым. Некуда бежать. Блин, нафиг я все время эту карту открываю. Громгард мой. Давайте-ка поставим красных сюда. Во. А остальные со мной идут в атаку. Сэр, возможно, вы сможете сделать с этим выскочкой-полуросликом что-нибудь сумасшедшее. Давайте, вот он сейчас. Он сломался. Навались. Вот сейчас, давайте, бейте его. Нет, это сломает мою машину. Во, неплохо, вы гляньте. Я его молнией-то как, а? Я его молнией вообще здраво. Есть. Ты не нравишься колокольчиком. Отступаем. Ах ты, замочил наших. Так,
Его тарантас застопорился. Атакуйте этого проклятого дурака. Есть. Здорово. Все. Вот такой вот небольшой своего рода мини-босс, которого легко замочили. Трындец Джинксу, походу, да? Громгард ваш, мастер. Но я думаю, настало время распространить ваше темное влияние в этом маленьком месте. А, так вот откуда появился, да? Приветствую, мастер! Ха. Забавно. Так вот откуда взялся ты этот шут у нас, оказывается? Ведь это же игра до событий первых двух частей. Как только молодой повелитель разобрался с вероломным полуросликом Джинксом, служители замка Громгород покинули это место и прихватили с собой кузницу замка. Они отправились в соседний город Миддлсвит, не зная, что их ждет. Ленивые черти эти слуги, ни капли преданности. Вы должны отправиться за ними, сэр. Повелитель не должен терпеть ограбление. И кроме того, украденная кузница может быть полезной для создания вам оружия и брони. Неплохо. У меня хорошие новости, лорд. Я нашел некоторый магический предмет в комнате Джинкса. Эта реликвия позволит вам призвать больше прихвостней. И больше прихвостней значит больше беспредела. Разве не прекрасно? Также, я думаю, ролик хочет поговорить с вами, сэр. Он внизу на кухне. Делает что-то с тыквой. Не знаю. Понятно, погодите, где реликвия-то призыва миньонов? Мне нужны миньоны, мне нужны прихвостни, мне нужно много прихвостней. Это сокровищница, насколько я помню. Да, погодите, но это все херня. Мне нужно попасть в комнату Джинкса и забрать все, что там есть. Сюда ведет, ух ты. Ежегодный пикник прихвостни лорда в следующем месяце, сэр. Они делают классные бисквиты. Угу. Где же эта реликвия находится? Вот, сердце замка. Недурно тут, однакось. Вот, тут как бы можно типа и сюда попасть, но и в то же время как бы и ничего здесь и нельзя. А заметьте, магия не восстановилась со здоровьем утраченным. То есть их надо где-то как-то восстанавливать. Сокровищницы здесь мы вряд ли что-либо найдем. Остается нам только идти в этот... к указанной цели и искать эту реликвию, собственно. Эту реликвию и пытаться как-то, я не знаю, улучшить свое положение. Скорее всего, оружие будет создаваться где-то там. Вот куда я сейчас смотрю, где-то там оно будет создаваться, но это будет еще не скоро. Ну давайте тогда здесь мы, думаю, на этом закончим и продолжим уже повелевать нашим темным лордом в следующей серии. Спасибо, что смотрели, ставили пальчик вверх. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Хорошего всем настроения, всем пока.